Золотой ключик. Вот только не от каморки папы Карла, а от дверей в новую жизнь. Именно ее смогла получить 43-я школа. Еще 10 лет назад в этих стенах вместо учеников свои вечера коротали люди без определенного места жительства. Сегодня от былой разрухи не осталось и следа. Обновили абсолютно все. Кровлю, систему коммуникации, парадную и сами классы. И вот тот долгожданный момент. Первый звонок для первоклашек. Светлый класс. Сегодня те, кто учился раньше в этой школе, когда зайдут внутрь, они ее совсем не узнают. Там не осталось ни одного старого кирпича, там не осталось ни одного старого куска линолеума, там не осталось ни одного старого гвоздя. И сегодня мы открываем по-настоящему изюминку нашего любимого Засвиярского района. С модернизацией школы выросли ее масштабы. Перед закрытием здесь училось всего 170 человек. Сегодня число увеличилось вдвое. В планах открыть IT-клуб, чтобы поддержать инженерно-технический профиль учреждения. Опробовать новые стандарты обучения ребята смогут уже завтра. А пока можно дать волю праздничному настроению и насладиться новой школой, которой так не хватало этому микрорайону. Большой микрорайон развился с большой инфраструктурой. И как раз этой инфраструктуры не хватало. Вот именно такой школы, которая отвечает всем современным требованиям. Мне очень школа понравилась. Я очень рада, что такая шикарная школа здесь есть. Сама линейка прошла с учетом всех эпидтребований. Для сокращения риска заболеваемости на территории школы находились лишь родители первоклашек. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда ТВ.